как спасти змею и попасть в больницу. Я ехал на скутере и подъехал к перекрестку с поворотом направо. Как вдруг заметил ползущую змею. Скорее всего, это был зеленый полос. Я решил не давить ее и попал в песок, за что моментально был наказан. В Таиланде очень приятные больницы с очень неприятными ценами. Вот такая проблема вагонетки, где и люди живы, и змеи.